Мы сейчас распаковывать будем наушники. Так надо, может, тебе этот ножницы? Да ну это просто пленочка. Ну, сними. Да, вот. Долгожданные мечтательные наушники. Там какие-то еще придут, да? Ну такие же придут. Вау! Коробочка в коробочке. О! Ого! Босе. Босе? Боуз. Боуз? Боуз. Вот. Раздвигается. И смотри, смотри, смотри. Ага, и складывается. Ну, пробуй. Нормально? Подходит на уши? Да. Но я еле слышу себя. Так это ж так специально сделано, чтобы там был шумоподавитель. Чтоб ты мог только музыку слушать или что там будешь слушать. Давай-ка подключимся. Так, на проводок же надо. Какой проводок, деревня? Это но же Bluetooth наушники. Проводка нету. Как нету проводка? Ну что-то вон есть. Должен быть проводок. На всякий случай там есть проводок. Но я не вижу тут. Ну так и открой. Вот, ой, ты тоже мне. Ты все не все еще достал. Тут еще чехол вот есть. Смотри, открывай чехол. Слушай, а я тут что-то действительно проводка не вижу. А как же их заряжать тогда? Может там проводок внутри? О, есть проводок внутри, вот, кабелечки. Это вот, видишь, это в наушники, и чтобы слушать, если не хочешь по блютузу. А вот, вот это, чтобы заряжать проводок. Вот такие вот все дела. Подожди, я зашел в интернет. Почему? Тебе не надо в интернет заходить. А куда мне тогда заходить? Тебе сначала надо включить наушники сами. Они, наверное, же разряжены. Правильно? Вверх надо включить. Вон. Работает? Doesn't want to go one more time. It only got into the middle. Так, а ну давай. It only got into the middle. Ну так, может, будет дальше не надо. Ну все, правильно, вот оно. И это... вот, и вон оно мигает. Вас, и оно включило. Все. Пробуй. Ничего себе. А как заряжать? Через провод? Есть проводки, вот, да. Ага. И вот есть, можно слушать их через шнурочек тоже. И можно слушать через Bluetooth. Ну-ка, settings. Bluetooth settings тебе надо идти. Bluetooth. Понятно. Нету. Нету. Вот, а, Bluetooth. Включил Bluetooth. Оно должно появиться. Вот. Available devices. Вот. Bose да. On ear headphones. Ну, давай-ка послушаем. Настроили мы наушники, надо было их соединить. Сейчас быстренько покажу. Тут есть три кнопочки. Вот эта кнопочка останавливает и начинает опять проигрывание. И тут плюсик и минусик. Это значит, что добавляет звук. Чтобы включить наушники, надо вверх потянуть вот этот вот рычажок. Чтобы выключить, надо вниз. И потом просто надел себе и слушаешь. На, пробуй. Пошел звук? Ты меня слышишь? Он меня уже не слышит. Я слышу тебя. Слышишь меня? Mm-hmm.
А, ну все, ты уже будешь смотреть свои мультфильмы? А? Дружок. Также в наборе есть чехол. Вот такой вот здесь чехол. Сюда наушники можно ложить и вот эти все шнурки. Что тут оно? Это для шнурков, походу. Не знаю, для чего это. Наверное, для шнурков. А, и чтобы наушники не болтались по всему чехлу. Вот такой вот чехол. Вот такой вот чехол Bose. Всем пока!